вообще это долгожданный очень ребенок в нашей жизни. Он действительно ребенок. Появился он в день нашей свадьбы. Наши свидетели подарили нам его, потому что знали, что я очень давно в ожидании такого щенка, но мой муж был против. Конечно, когда нам его подарили, он был в шоке. Но через неделю ситуация изменилась в корне. Это его лучший друг уже, он его любит. Первым делом, когда приходит домой, встречается и целует, и обнимает его, и спрашивает, как дела, как прошел твой день, Пунтик, а потом уже я. Он у нас с детства привык, что мама, папа работает. Вот, и не всегда есть возможность его взять с собой. С этим у нас проблем нет. Он в течение дня может дома находиться сам. Естественно, утром мы выходим с ним гулять. Если бывает возможность приезжать домой в обед, и в обед иногда с ним гуляем, но обычно уже к вечеру. Вот, он нормально, у него есть свои дела дома, у него есть своя подружка Лёва. Они с ней спят, играют вместе. Ну, в общем, парень отдыхает. Естественно, каждое воскресенье он знает, что мы куда-то должны выехать. Это же выходной день, мама, папа дома, все дома, значит, непременно будут совместные прогулки. Потому что так, в принципе, гуляем либо я, либо муж отдельно с ним гуляет. Кто-то говорит, что лучше кормить их человеческой едой, а многие, в принципе, большинство советуют кормить специализированным кормом. На самом деле он очень капризный в этом плане, не особо хочет кушать, поэтому мы ему покупаем корм и смешиваем с паштетом. Вот. В таком вот компоненте ему данная пища нравится больше. Но он у нас всеядный. Я ему даю фрукты, овощи, морковка, сельдерей, кочанная капуста. Потом безумно любит арбуз, как и я. Вы должны понимать, что это существо, оно как ребенок. И оно требует в себе столько же внимания, любви, ласки, заботы, общения какого-то. Это такое же существо, как и мы, живое. Просто он не умеет разговаривать на нашем языке. Хотя иногда мне кажется, что он общается со мной, и я его понимаю. Мне их безумно жалко. У нас есть цех, достаточно большая территория. У нас там уже около 6 бездомных собак. И у меня бывает такое, когда есть свободное время, я иногда приезжаю туда, я их вычесываю, я их купаю. Вообще, я хочу сказать, что они намного благодарнее, даже нежели наши питомцы, которые привыкли к тому, что все есть и слегка разбалованы. У меня собака разбалованная, честно признаюсь. И поэтому, когда я прихожу на базу, и меня встречают эти питомцы, сейчас они понимают, что они любимы, и, поверьте, они дают не меньше тепла и любви, отдают хозяину намного больше, нежели вы даете ему. Я призываю вас, дорогие друзья, быть благосклоннее к нашим братьям меньшим.